Серия озвученных публикаций от Юлианы Лайтворер. Новые правила игры. Результат слишком мимолетен для того, чтобы жить ради его достижения. Иметь мечту и представление о способах ее реализации – это нормально. Однако не стоит путать здоровую целеустремленность с одержимостью. Когда вы живете будущим и ради достижения цели предаете себя, это говорит только о том, что ваше текущее положение дел вас как минимум не устраивает, а скорее является невыносимым для души. Таким способом вы не сможете прийти к желаемому исходу. Все далеко не так, как кажется уму. Результат не зависит от времени и количества прилагаемых усилий. Время нелинейно. Количество не всегда приводит к качеству. Настоящий успех – это следствие доверия потоку и жизни по сердцу. Внутреннее состояние, то есть уровень и качество жизненной энергии человека – это тот фактор, который действительно имеет значение для успешной манифестации желаний. Недостаточно достичь результата. Его еще нужно удержать. Мимолетная известность, финансовый достаток, успех, счастье дается многим. Безусловно, можно достичь триумфа через преодоление препятствий, но если не изменить подход к жизни, то деструктивные программы в виде страха потери достигнутого или идея о том, что на достигнутом останавливаться нельзя, этого слишком мало, и что теперь для счастья вам непременно нужно больше, лучше, и для этого вам надо снова пахать, вернет вас обратно. Причина финансового обнуления и неудач в карьерном росте заключается в контрпродуктивной жизненной стратегии. Контрпродуктивным является тот подход, в котором материальный, внешний результат ставится выше человека, его внутреннего состояния. Можно спешить, не спать ночами, выкладываться на 1000%, но если при этом у вас не будет уважения к себе и реальной любви к делу, то у Вселенной найдется бесконечное множество способов заблокировать или отдалить от вас результат, как бы много и быстро вы ни работали. Скорость и количество ничего не значит. Результат тоже. Имеет смысл только состояние в моменте здесь и сейчас. Если оно неудовлетворительное, то вам будет крайне затруднительно, если не сказать невозможно, достичь поставленной цели. Провалы случаются не потому, что Вселенная такая жестокая, и не потому, что вы или кто-то в чем-то виноваты. Пришло время научиться смотреть за пределы видимого и осязаемого. Пора выйти за рамки линейного мышления, в котором есть цель и прямые пути ее достижения. В старом мире было принято результат ставить в зависимость от стараний, и любой провал считался следствием некомпетентности, лени, недостаточной отдачи процессу, работы и так далее. Людям навязывалось мнение, что ради денег, одобрения и успеха надо преодолевать трудности и страдать. На уровне сознания и подсознания внедрялись программы, согласно которым, чтобы быть хорошим, надо в первую очередь трудиться во благо коммуны. Это касается не только постсоветского пространства. В западных странах вместо одобрения в качестве мотивации использовались деньги. Но суть одна – внушить человечеству то, что предавать себя ради какой-то идеи или внешнего результата – это нормально. И таким образом подчинить людей системе, сделав их безропотными рабами, смирившимися с тем, что жизнь – это сплошная боль, страдания и жертва. Что статус, признание и финансовый достаток надо еще заслужить. Что жить в свое удовольствие – это грех. Что вы должны вкалывать, ибо труд сделал из обезьяны человека. Что просто так в этой жизни ничего не дается. А в случае, когда вы начинаете честно и порядочно выполнять свою работу и в итоге добиваетесь какого-то успеха, вдруг находится тысяча причин, по которым этот успех у вас забирают, например, несправедливые законы или проблемы со здоровьем. И после всех стараний и последующие за ними неудачи у вас опускаются руки, пропадает желание что-либо делать, и вы погрязаете в долгах или просто довольствуетесь малым, проживая жизнь бесцельно в разочарованном состоянии. Да, так устроена система 3D-матрица. В ней все ориентировано на то, чтобы сначала внедрить человеку установки о том, что он всем должен и обязан, что он должен доказать свое право на достойную жизнь и что ему придется бороться за место под солнцем, а
потом обесценить и внушить иллюзию безысходности. Позиция жертвы – это крайне низкочастотное состояние, которое является самым удобным для откачки энергии матрицей. Поэтому можно сколько угодно обвинять обстоятельства в своих бедах. Однако это снова и снова будет вовлекать вас в систему. Ни матрица и не вы виноваты в проблемах. 3D-матрица – это всего лишь реальность, которая создает наиболее благоприятные условия для реализации задач душ, выбравших проходить опыт в дуальном плотном мире. Но времена меняются, а вместе с ними и задачи души, и правила игры. Уже доступна другая реальность, в которой не надо ни бороться, ни выживать, ни страдать, но чтобы туда попасть, вам необходимо поменять восприятие и перестать делить мир на плохое и хорошее. Страдание – это следствие разделения, которое существует только в голове. Пока вы будете думать, что вас кто-то заставил страдать, что вы оказались в плачевном положении по чьей-то вине, или что жизнь жестока и несправедлива, а матрица – это зло, то вы не сможете вырваться из ее оков. Система устроена очень хитро. Она умеет найти подход даже к начитанным и, казалось бы, опытным экспертам в духовной сфере. Недостаточно и не обязательно читать умные книги, выполнять духовные практики и чиститься от сущностей или кармы. Намного важнее осознать то, что в этой жизни не бывает случайностей и ошибок. Ни одно событие не может случиться по чьей-то или вашей вине, потому что вина – это иллюзия искаженного восприятия действительности. Можно бесконечно рассуждать о том, что могло бы быть по-другому, но это бессмысленно, потому что для того, чтобы вы пришли к пониманию, что могло бы быть иначе, важно было сначала пройти через серию жизненных событий, которые в итоге помогли вам лучше понять себя и устройство мира в целом. Вы бы не смогли прийти к таким выводам, если бы не тот опыт, который ум воспринимает как ошибки. Что касается других людей, то вы не могли, не можете и не сможете им навредить, потому что все, что происходит в их жизни, является прямым следствием их образа мышления. Так устроен закон кармы, то есть причины следствия. Если даже вам довелось когда-то сыграть в кавычках плохую роль по отношению к кому-то, значит так было необходимо и для вашей эволюции, и для эволюции тех, с кем столкнула вас судьба. Не бывает односторонних уроков. В любых отношениях вы зеркалите друг друга, вы играете роли и задаете импульс для дальнейшего развития ваших душ. Не бывает правильных или неправильных путей эволюции. Любое движение является эволюцией. Вектор ему задает ваш фокус внимания. Не бывает на 100% светлых или на 100% темных людей или ситуаций. Даже в самом негативном событии можно найти преимущества и точки для роста. Свобода выбора – это не значит безнаказанно делать, что хочется. Свобода выбора заключается в том, что вы вправе выбирать любое отношение к происходящему. И уже от того, что вы захотите увидеть, проблемы или возможности, так и сложится ваша жизнь. В религиях и учениях старой эпохи было много искажений. И основное заблуждение заключается в поверхностной и дословной интерпретации грехов и добродетелей, правильного и неправильного в кавычках. В старых системах познания мира все было упрощено и адаптировано для понимания людей, находящихся на уровне сознания 3D. Поэтому плохое и хорошее было четко регламентировано и классифицировано в сводах законов и норм, в которых определенные действия и вещи считались ненормальными, а определенные стили поведения обозначались как общепринятые и уместные. Столь жесткая система правил не могла по-настоящему решить проблем, так как акценты были расставлены неверно. Все было направлено на результат, эффект, следствие, но никто не хотел разбираться с причиной, то есть мотивом, который побудил человека на тот или иной поступок. Такое мироустройство привело к существенному искажению вселенских принципов и нарушению баланса энергии на Земле. Люди были вынуждены жить для галочки, ведомые страхом того, что в случае несоответствия общепринятым стандартам и несоблюдения всеобщих правил они подвергнутся наказанию или осуждению.
Таким образом, человек, живущий в системе, был вынужден покориться ей и следовать правилам, что в итоге приводило к утрате контакта с душой. То, что хотелось, было не принято, а то, чего не хотелось, наоборот, было нормой, которой приходилось придерживаться ради одобрения социума. Пока действовала старая система правил, 3D-матрица, это было нормально – ходить на нелюбимую работу, поступать в вуз или выходить замуж по расчету, потому что родители так сказали, подавлять в себе творческие способности, потому что первым делом надо деньги зарабатывать. Но сейчас эти правила уже устарели. Больше они не действуют для тех, чьи души выбрали вознесение. Пора переосмыслить все, чему вас учили до этого. Пора осознать, что больше нет места разделению. Нет грехов и добродетелей, как четко определенных поступков. Есть только мотивы этих поступков, которые определяют конечный результат. Время научиться читать между строк и направить свой фокус внимания на причину, по которой вы решаетесь на какое-либо действие или мысль. Причина, мотив, расскажет вам все. Если это выбор себя, любовь, уважение к себе и всем как частицам единого целого, то результат вне зависимости от характера действий будет максимально справедливым и уместным для всех участников процесса с точки зрения закона кармического баланса. Если ваш мотив – это страх, месть, зависть, стремление к признанию, соответствию нормам, получению одобрения, желание доказать, проучить, спасти вопреки воле другого человека, то результат вне зависимости от характера действий не пойдет во благо ни вам, ни другим участникам процесса, потому что то, что уму кажется правильным, далеко не всегда является таковым для души. Но даже негативный мотив говорит о том, что в глубине души человек стремится к любви и страдает от ее недостатка. А его эго пытается это скрыть под маской тирана, спасателя, жертвы. То есть в конечном счете мотив любых действий – это стремление к состоянию любви. Только кто-то идет к ней напрямую, а кто-то от обратного, через отрицание и подавление. Если это осознать, то разделение уходит, и вы возвращаетесь в сознание единства, которое открывает вам доступ к миру свободы и счастья. К миру, в котором действуют другие законы. К миру, в котором результат приходит тогда, когда вы выбираете любовь и творите из сердца. Вы не можете знать всего наперед. Вам не удастся подогнать Вселенную под какие-то стандарты. План и структура нужны уму. Однако Вселенной правит любовь, которая выражается в спонтанном, хаотичном и импульсивном проявлении жизни. Любовь – это сама жизнь. Вы не сможете обрести над ней контроль, и этого не нужно делать. Если вы хотите обрести гармонию и счастье, необходимо сдаться потоку любви и слиться с жизнью, доверившись круговороту неизвестности и ориентируясь в нем по ходу событий. Структура лишь дополняет любовь. Разум лишь в моменте может задавать и менять вектор спонтанному проявлению жизни. Но разум должен быть гибким. Важно уметь подстраивать и перестраивать ход действий в зависимости от того, куда приведет вас поток. В этом и заключается смысл игры. В том, чтобы позволить любви вести, а разуму оказывать ей поддержку в виде понимания причинно-следственных связей происходящего и осознанного выбора отношения к событиям, то есть целенаправленного поиска преимуществ и точек роста во всем. Также и с 3D-матрицей. Чтобы из нее выйти, сначала нужно научиться относиться к ней как к великолепному учителю, создавшему все возможности для того, чтобы души из поколения в поколение шаг за шагом смогли получить ценный опыт дуальности, которая дает максимально объемное понимание вселенских созидательных процессов. И дальше, благодаря полученным в 3D-мире осознаниям, войти в новый мир, в котором его жители получат возможность применить усвоенный опыт для сотворения новой реальности,
которая станет венцом всех предыдущих эпох и вернет Земле статус жемчужины божественного творения, Вселенской библиотеки живых знаний и площадки для обмена опытом между представителями других миров и пространств. Данный подкаст является озвучиванием текстового материала «Космосестры» Юлиана Лайт-Уорриор.